тут у нас все спят. Сейчас 6 утра, и мы вышли на террасу встречать рассвет, и он будет вот там. Вот. Все меняется. Вчера свет победил тьму, можно так сказать. Теперь дни будут длиннее. Вот. Встречаем рассвет вместе. Здесь важно, чтобы тело мое было максимально ровненько, как струночка, да? То есть таз у меня не уходит ни назад, ни вперед, потому что из этого баланс нарушается. Важно ровненько, плечи опущены, руки расслаблены. Вот такое положение. Здесь на этом натяжении мы держим друг друга, и здесь как бы вес действительно вот балансируется. Дальше мы попробуем с вами в этом, если получится это упражнение, попробуем медленно. Важно пробовать разный вес, разный, ну, вот, как взаимодействовать с разными людьми и замечать эту разницу. Давайте попробуем танцевать. Ладно, мы будем с друг другом взаимодействовать, пробовать. Что здесь? Важно смотреть. Главное — это баланс и гармония во всем. Доверие друг другу.
базы выкладываются на мои подвздошные косточки. Можете все вот нащупать сейчас. Вот, его подушечки, его базы выкладываются. Нога ровненько. Окей. И здесь сначала попробуем такой, как кач небольшой. Я здесь тоже доверяю, то, что вы только что делали. Дело мое ровненько. Я просто отдаю вес вперед. Это тоже, конечно, некоторое усилие сейчас есть у базы. Он, может, даже, наверное, пресс качает, ноги. Но это просто, чтобы ощутить, как это вот. Мне попробовать доверять, это каждый попробует. Можно до конца базы ноги не выжимать, а просто чуть-чуть, покажи чуть-чуть на себя и обратно. Здесь больше работа флайера сейчас, продавить. Хорошо. Я сейчас полностью сделаю ласточку, потом я дышу. Это? Ласточка. Ласточки всегда руки. Руки ровненько. Они находятся 90 градусов. Я здесь тело флайера немножко тянусь головой вверх, есть некий прогиб. Ножки базы тоже ровненькие, но мы сейчас, наверное, будем сначала... Ручки, главное, база ровно держит. Да, ручки всегда ровные. Ну, потом можно, если база, ну, без ручек, тоже здесь. Дети, тоже это попробуем. Выше? И сход. Ручки мы вкладываем обратно, база опускает ноги, колено. И я сижу. Вот, как мы входим в ласточку. Можно попробуем сейчас это сделать. Сход. Но сейчас с практикой будет непонятно, потому что здесь важно держать тоже здесь многомерное внимание. Здесь мы должны держать руки ровно, ножки ровно. Ощущать баланс, ну, сейчас будем попробовать. На базу. На базу. На базу. Кое-что падает. Давайте сначала попробуем, кто у нас будет по парам, попробуем разбираться. И важно собираться в троечки, да? То есть, а еще очень главная практика саппортера, это тот, кто рядом. Я страхую вот так, то есть я не держу, потому что если я начинаю держать, баланс тела, ну, добавляется и нарушается, это уже неправда, то есть это не истинно. То есть я просто страхую и хватаю только, когда уже человек падает. И сейчас, если Максим доживет носочки, попробуй развести ручки. Вообще, и здесь просто, дальше дышать и доверять. Вот ручки. То есть это знакомый сход, это ручки в ручки. Хорошо. Попробовать тебе тоже побыть базой. Тоже можно принять, я с тобой могу сделать. Сейчас будем тогда. Если вы постракуете, потом тоже с вами соберемся. Да, подушечки на базу. Чтобы Настя база. Хорошо. Давай сначала я тебя поважу, а потом Настя тебя поважу. Так будет правильно. Просто пружинно меня. Потихонечку сначала, каждый раз увеличивается. У нас иначе. Просто резко сделать. Так в круг делать. То есть если ты уменьшишь, начнется. То есть если я уже буду, то мои ноги подъедутся, тогда ты будешь понимать, как где-то мои ноги. Теперь тут есть мои ручки. Чтобы на ножках припал, ты опираешься на ручки. Можем сейчас подержаться? Возьми меня за руку. Немножко, чтобы... Выпрямляй ручки свои. Вот так, да? Да, да. Я могу эту ножку убрать. Да, вот эту ножку убираю. Сильно перебежит, сильно перебежит. Теперь это. Я пожалуй, тебе нужно хорошо прыгнуть. Хорошо, прыгнуть.
мои руки тут я тело. Держи, все, опять руки тоже. Ручка ровненько. Дыши. Дыши. Макс, ручка ровненько. Класс. Супер. Спасибо большое. И вот наше расписание на день четвертый. Огонь, творческая реализация. 7:30 йога. Мы уже ею позанимались. Это мега-йога, и мне очень понравилось. 10 завтрак. Сейчас мы будем завтракать. 11 первая стихия. 16:30 вторая стихия. 18:30 ужин. 19:30 огни отхождения. Мы будем сжечь... Можно сказать, все ненужное с прошлого, и вообще все ненужное будем сжигать. И какую-то вещь сожжем. Вот так вот. А тут у нас расписание вообще на каждый день. Вот тут тоже есть дополнительные... Да, 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 это Маша мне помогает. Да, это для иностранных гостей йога. Потому что тут есть иностранные гости. Сейчас будет вкусное смузи. Егор готовит. Да, да, да. Папайя. Так, а я что делаю? Смотрите, что я делаю. Я гружу вам. Опа. Влог. Шри-Ланка второй. 14%. Грузится очень долго, поэтому, ребят, если вдруг не выйдет, вдруг за дружкой, то уже простите. Шри-ланковский интернет не всегда хороший бывает, но иногда летает, обычно ночью. Смотрите, какая я... Где мой... Да, здесь. Смотрите, какая я красная. На самом деле, я только легла, думаю, позагораю. Прошло 2 минуты. Думаю, сниму, скажу вам, что я загораю. Сейчас вижу себя в отражении, я краснючая. Так сейчас только 9:30 утра, представьте. Надо срочно идти. Я уже купальник переодела. Надо срочно идти прятаться от солнышка, потому что боюсь, чтобы мне было беды. Вот. Я прям текуся, вся мокрая. Я 2 минуты полежала, реально, ребята. Надо в океан идти купаться. И, кстати, я, если бы жила в этой стране, я была бы кучерявая. Теперь понятно, в кого у меня Доминика. Она у меня такая была кудрявая, а Демка нет. Даже когда у него волосы мокрые, он все равно не кудрявый. О, кто это там? Работник? Да. Хорошо, я потом подойду. По поводу? Дать тебе какой-то, наверное, телефон, чтобы на Вайбер ты мне сбросила фотографию. А, да, конечно, сейчас брошу. Все. Мы сейчас будем завтракать, и уже когда будут стихии, когда будут практики, я включусь и вам покажу. Ну, чуть-чуть. Это будет водное. Женщина, пышущая силой и здоровьем, сияющая красотой. Посмотрите, как она проявляется, когда ваша внутренняя женщина.
Камера, мотор, поехали! Тут у нас обед. Смотрите, это для сыроедов. А сыроед у нас Настя. Это я. А для несыроедов тоже сырые овощи. Хочу тебя как раз узнать, что ты будешь. А что есть? Есть рис. Есть обалденная подливка к рису на кокосовом молоке, есть салат, есть макачка, есть нарезка овощей. Я буду все. Спасибо. Салат, как видите, макачка. Еще макачка и вот рис. Тут правильное питание. Скажу честно, мне непривычно. Я привыкла питаться по-другому. Желудок иногда говорит: Аня, дай чего-нибудь, хотя бы кофе. Но я начинаю привыкать и скажу честно, мне это нравится. Это нужно ему и будет очень хорошо для нас, потому что мы сейчас приветствуем солнышко. И вот мы посмотрим. Оно уходит за кап. У мужчин, которые будут считать маму. Сегодня у нас будет практика. Проявляет. С костром. Нам будет нужно хорошо вот эти дни, 21-е, 22-е, заземлиться, позволить внутренним процессам интегрироваться, потому что эти процессы выравнивают сейчас наши мужские и женские энергии, выравнивают нашу связь нашего сознания и нашего тела. И поэтому сон тоже гонит не просто так. Вот сон – это глубокая-глубокая интеграция. Вот когда вот организму нужно на очень глубоких пластах что-то сделать, тогда он говорит: ложись и спи, вот, и не мешай, вот, во время сна я все сделаю. Вот. Поэтому попрошу сейчас поделиться такой обратной связью после утренней практики. Удалось ли почувствовать мужскую энергию, женскую энергию, как увиделся этот союз, кто видел или кто чувствовал?